Радостная новость для жителей села Майтубек. В канун 30-летия независимости страны в отдаленный поселок Женебекского района пришла долгожданная питьевая вода. 20 домов подключили к центральному водоснабжению. В селе Майтубек строительство водопровода началось в мае текущего года. Накануне работы были завершены. Общая протяженность составила 3,6 километров. Установлены внутрипоселковые колодцы, резервуары для пожарной безопасности, водонапорная башня и насосная станция. Водопровод подведен к 20 домам и двум социальным объектам. Общая стоимость проекта 172 миллиона тенге. Радость сельчан разделила и руководство района. Как было отмечено, обеспечение населения качественной питьевой водой – одна из главных задач государства. Особенный день для всех жителей поселка Майтубек. Мы начали строительные работы в мае. На сегодняшний день они завершены. Подвели водопровод к сельской библиотеке и медицинскому пункту. Радует то, что мы успели выполнить все работы в преддверии Дня независимости.